Вас приветствует Алена Арес. Узнайте, кто внезапно объявится. Так, посмотрим, кто же объявится внезапно. Смотрите, у вас тут будет предложение в ближайшие 3 дня по оформлению каких-то документов. Может быть связано с поездкой, с покупкой или продажей недвижимости, или оформление на работу. Может быть, конечно, новая должность, но вряд ли это повышение. Вот, еще. Так, кто объявится? Объявится бывший. Именно бывший мужчина, с которым либо был брак, либо были длительные отношения или совместное проживание. Он объявится с чувствами и, девочки, или с подарками, или, знаете, вопрос решения каких-то финансовых, да, финансовых вопросов. Если вдруг он вам там задолжал, там, или еще какая-то ситуация была именно с финансами до 3 лет назад, то, скорее всего, да, здесь решится какая-то финансовая ситуация с бывшим. Так, ну вот бывший только объявится. Ну, еще вот такие вот моменты. Да, еще, кстати, девочки, еще какой-то мужчина к вам скачет. Светленькие, рыжие или белокурые волосы, светлокарие или серые глаза, активный, целеустремленный, жизнерадостный. Скорее всего, мужчина вам знаком. Может быть, даже по интернету. Может быть, еще как-то вы с ним знакомились. В данном случае я не вижу, как. Но для кого-то, честно говоря, даже может быть новое знакомство. Мужчина-ровесник или чуть-чуть младше вас. Для записи на личную консультацию пишите на WhatsApp, Viber, Telegram по этому номеру и регистрируйтесь на курс обучения Таро. Всего за 4 занятия начнете предсказывать сами. Стоимость всего лишь 900 рублей. Ссылочка внизу.